А в Луганской области Украины, в той ее части, что подконтрольно Киеву, в городе Сватове, спасатели тушат пожар на складе с боеприпасами. Огонь уже локализовали, но работу осложняет то, что периодически там продолжают рваться снаряды. До этого почти полсуток к арсеналу даже приблизиться не могли. Взрывы гремели постоянно. Боеприпасы, осколки, а на складе хранились в том числе боекомплекты для систем «Град» и «Ураган», разлетались в радиусе 3 километров. Повреждены жилые дома, здания больницы, школы, электроподстанция. Известно о 2 погибших. Это военнослужащие и женщина, которая находилась в магазине, когда туда угодил снаряд. Сообщается также, что 5 человек ранены. Из опасной зоны днем эвакуировали 5000 жителей. Когда они смогут вернуться, пока не ясно. Саперам нужно 3 дня, чтобы обследовать территорию, куда могли упасть боеприпасы. Что касается причин пожара, то следствие сейчас изучает 2 версии. Теракт и неосторожное обращение с огнем.